Hey everyone, how's it going? Welcome to the channel. Today we've got a new artist that I have not heard before. So Diana Ankudinova, hopefully I pronounced that correctly. I guess she's Russian, and at the time of this video, she was 15, covering Can't Help Falling in Love, a song that I really do love. And so I'm very excited to see what she can do with it. This one is for Jamie. Jamie, thank you so much for being such an ardent supporter of mine and just putting such good music in front of me. I mean, I can't tell you enough how much I appreciate it, and you're doing me such a favor by introducing me to some of these artists. So 15 years old, it looks like she's on some sort of talent show here. So yeah, I'm very excited. A quick reminder to obviously go subscribe to Deanna at her channel or Deanna. And I should do that myself. Go watch her videos after this to support her. But also, please subscribe to me. Like this video before we start. Leave me a comment. I read every single one of them. And without further ado, let's get right into it. Okay, we're gonna go back. This doesn't make sense to my brain. Ain't not computing. What? I have never heard a voice like hers. I consider me speechless. We'll talk about it later. I'm sorry. I don't even get it. It is deep. The resonation. It doesn't even sound like a real voice. I don't mean that as an insult. I'm just saying, like, I wouldn't if you showed her if I heard that, I would think that it was enhanced in some way. I don't even know what to say. It's actually incredible. Diana, wow. Oh my.
Браво! Думаю, маленькая, я заплакала, что ли? Браво! I don't understand. Любые слова излишни. Диана Анкудинова! Все встали. Спасибо большое. Браво! Юсиф, ты был первым, кто встал, и практически весь номер простоял, и единственное, что мы хотим узнать, что ты об этом скажешь. Ты знаешь, мне очень сложно сейчас сформулировать то, что я почувствовал, потому что я очень много слышал музыки в своей жизни. Я сам пою по всему миру, я очень много видел залов и людей, и оркестров, и музыкантов. Но эта девочка особенная. В тебе зарыт просто невероятный талант, невероятный. И дай Бог, чтобы он попал в руки людям, которые смогут с ним сделать то, что ты заслуживаешь, того будущего, которое ты заслуживаешь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Юлия Паршута. Вот хочется сказать, а что это было? Потому что резонировало все тело, каждая клетка. Я не... Oh my God, she just said exactly what I was thinking. Every cell, every fiber of my being was telling me, I don't know what's happening here. Like it doesn't compute. That is one of the most unique voices I've ever heard in my life. Like... I just spit over everyone. I'm sorry. Diana, you just caused me to embarrass myself. You were that phenomenal. Oh my God, dude. Могла понять вообще, что происходит. Я дрожу просто. Да, я до сих пор дрожу. Это немыслимо. Я слышала все, что ты пела, и весь мир слушает, и уже поклоняется тому, как ты это делаешь. Мне кажется... Ты уже попала туда, куда нужно, и, возможно, тебе никакие руки не нужны, потому что ты здесь, сейчас, и ты творишь новую реальность. А если был VR в визуале, то сейчас VR в звуке мы слышим. Что-то совершенно немыслимое. И я согласна с Юсифом, невозможно подчинить никаким словам. И все, наверное. Кирилл Куриченко. Спасибо большое. Это все взаимно, вы же знаете. То, что сейчас произошло, это высший пилотаж во всех отношениях. Может быть, даже ты сама еще до конца не понимаешь, куда ты дала нам возможность улететь во время этой музыки. Я фантастически удивлен, что в такой маленькой, хрупкой, правдивой девочке сидит настолько... крутой энергетический, такой столб. Я тебе просто желаю, чтобы ты его сохранила. О, спасибо большое. Алиса Мон. Ой, ну, просто это вне конкурса, вне шоу. Понимаете? Это настолько божественно, по-настоящему. Это от Бога. Это настолько велико. Стас Костюшкин. Ну, я разочарован. А я не удивлена. Да. Я разочарован. Я приблизительно уже поставил 7 баллов, а теперь мне надо все переписывать. Но если честно, вот если вот положа руку на сердце, огромное спасибо. Спасибо. Карина Кокс. See like the Simon Cowell. Дианочка, ну, когда вы произнесли первую ноту, я просто улетела в бездну вашего таланта и была там до последней ноты. И вот здесь многие говорили о божественном происхождении вашего. Also, these costumes are pretty damn cool. They're very cool. И вот здесь многие говорили о божественном происхождении вашего таланта. Но я уверена, что в вас заключена... И демоническая энергия тоже, потому что женщина – это всегда и божественная, и темнота. Понимаете, о чем я? Это в самом крутом проявлении. И мне после вашего выступления захотелось молчать. Так происходит, когда на сцене творится настоящее искусство. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такие слова. Марк Тишман.
А я даже как-то хочется теперь встать, поправиться и сказать то, что хотел сказать. Все знают эту фразу, что талант – это единственная новость, которая всегда нова. И понимаете, мы сегодня видели VR-технологии, но то, что удалось Диане без VR-технологий перенести нас в другую реальность. И тебе сказали, чтобы ты попала в хорошие руки. Вот знаешь, мой опыт такой, что нет таких хороших рук в мире. Есть только ты, которая должна не останавливаться, читать, слушать, смотреть, развиваться, потому что тебе дано больше, чем 99.9% людей могут. Да. Спасибо, что мы это слышали. Спасибо вам большое. А мы от себя с Тимуром хотим сказать тебе огромное спасибо. Большое спасибо. Я очень редко могу прослезиться, но со мной сейчас это произошло и совершенно бесконтрольно для меня. Что ты говоришь? Закапал весь мой смокинг, что теперь делать не знаю. Но это просто чудо, что мы все здесь присутствовали при этом. Можно сказать только одним словом, что мы все испытали. Это был шок. Это было грандиозно. И на самом деле это идеальная точка в сегодняшней программе могла бы быть, но у нас впереди голосование. Но во всяком случае, это было финальное выступление на сегодня перед голосованием. Диана Анкудинова, ваши бурные аплодисменты. Спасибо, спасибо. Круто, да? Это феноменально. Это вот вне конкурса просто абсолютно. Все. Ну и нушеньки ну-ну. Евпатий Лаврат, говорю, в таких случаях. I mean, they kept saying it was above the level of the contest, and I think that's exactly what just happened there. That was one of those performances where, I mean, you saw my reaction. I have no way to describe what I just witnessed. Jamie, I mean, you're completely right. This is next level talent. I've never seen something like that. In terms of, it reminds me of the first time I heard Dimash. I literally almost, or Angelina Jordan, I couldn't believe what I was hearing. But in this case, her voice almost didn't sound human. I mean that in a good way. that doesn't sound like a good thing, but it is. It's just so unique. Sensational is the only word I can think of. The level of, I don't know what to call it. I don't know how to describe it. I'm just amazed. I'll have to check out more from her. Thank you so much for sending me in this direction. Obviously, they were all shocked like I was. Looks like actually a pretty cool show. So I'll be checking out more. Thank you for tuning in. Make sure to hit subscribe. Please like this video. Leave me a comment. Check out my Patreon if you want to support me as a creator. But also, make sure to head on over to Diana's channel. I'll leave a link in the description and support her there.